Онкологические болезни – одна из проблем, которую нужно решать комплексно. Об этом во время визита в Киров сегодня рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она посетила несколько медицинских учреждений, а также приняла участие в рабочем совещании. Скворцова отметила, что в Кирове происходят положительные изменения в области здравоохранения. Какие именно, расскажем в сюжете. Как компьютер и различные электронные новшества упрощают жизнь врачам и развивают медицину в регионе, Вероника Скворцова, министру здравоохранения России, рассказали в Кировском центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Мы все документы заводим в электронном виде. При поступлении карта у нас заводится либо амбулаторного больного, либо электронная карта стационарного больного. Кроме этого, московские гости посетили приемное отделение в стационаре и операционную. Дмитрий Курдюмов рассказал, что в них есть видеокамеры и средства связи для обучающих видеоконференций. На экране гости увидели операцию на тазобедренном суставе, которая проходила в режиме реального времени. После делегация отправилась в поликлинику, в отделение, где пациенты приходят в себя после операций. Мы соблюдаем полную, скажем так, условия лечебно-охранительный режим и режим дезинфекции, назовем так, с учетом того, что пациенты после эндопротезирования суставов, операции на позвоночнике, всех операций переводятся сюда на третьи и четвертые сутки. Здесь проводятся перевязки, ранняя разработка вот на таких аппаратах. Причем принцип этого отделения не пациент идет этажом ниже к аппарату, а аппарат идет к пациенту мобильный. Изюминки технического прогресса в медицине показали Скворцовой и в 5-й поликлинике Кировского клинико-диагностического центра. Делегация оценила электронную регистратуру и электронные информационные доски. Врач-терапевт Владислав Сарычев рассказал гостям, как ведется весь документооборот в электронном виде при помощи специальной информационной системы. Стоит отметить, что специалист произвел на Скворцову хорошее впечатление. Вам вместе такой. Молодец. Спасибо вам. Если бы все терапевты отработали, было бы меньше заболеваемости для нас. Во время посещения поликлиники министр здравоохранения рассказала, что в Киров она приехала, чтобы оценить, какие перемены происходят в регионе в сфере медицины. И те изменения, которые она увидела в нашем городе, безусловно, положительные. Но стоять на месте нельзя и нужно думать о следующих шагах. Мы видим и будем сегодня с Игорем Владимировичем, с нашими коллегами обсуждать следующие пути вперед. Мы просто видим, что вектор правильное развитие. Вот, и, к счастью, это развитие ускоряется положительно. Вот, поэтому надеемся на лучшее. Вот мы видим, что это как бы мы в движении сейчас, и в движении в правильном направлении. Важным событием для региона назвал сегодняшний визит министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности губернатора области Игорь Васильев. Вероника Игоревна приехала уже не просто так, а еще с большой командой специалистов по всем направлениям медицинской науки и оказания помощи населению. И вот сейчас мы здесь, а большинство коллег, они разошлись по разным заведениям, конечно, так сказать, и смотрят наш опыт, рассказывают о том, как это должно быть сделано, на что федеральный центр, имея гораздо большую почему, делает акцент, в том числе и по использованию средств. Одной из проблем, с которой нужно бороться, Скворцова назвала онкологические болезни. Этому вопросу уделили особое внимание на рабочем совещании. Екатерина Зубарева, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича.